И к другим темам. В эколого-историческом музее поселились динозавры. Палеонтологическая выставка приехала в Волгодонск из города Кирова. Коллекция насчитывает более 200 экспонатов, которые являются точными копиями оригиналов. Возраст их достигает многих миллионов лет. Центральное место выставки и гордость Вятского палеонтологического музея – огромная фигура детеныша тарбозавра. Один из центральных экспонатов выставки – скелет детеныша тарбозавра. Как я уже сказал, это скелет детеныша совсем маленький, то есть его длина где-то около 5-6 метров. Дело в том, что взрослый скелет, он попросту не помещается в большинстве залов музеев нашей родины. Одними из первых уникальную коллекцию увидели учащиеся школы-интерната номер 2 и Пилигрима. После небольшого экскурса, проведенного хозяевами выставки, дети смогли попробовать себя в качестве археологов и при помощи специальных трафаретов даже изобразить увиденное на листе бумаги.